представительский комплекс ОАК. Пора нам встретиться лично. Мой кабинет на втором этаже этого комплекса. Ух да, это будет интересная встреча. Всем привет, друзья, с вами Спикер, и продолжаем проходить Кровавый дом. Ну что, уже приехали на поезде, у нас новая локация, и что-то будет интересно. Так, 250 метров в ту сторону. Кишки, все понятно. Что у нас есть? У нас есть бензопила, и кого-то хочется мне уже разрубить. Сейчас найдем первую жертву уже. У нас все по максимуму, и я вижу, есть припасики. Сейчас подберем и будем искать первую жертву. Ну что ж, маньяк готов, Спикер, и... Что происходит? О-о-о, своих походу гасит. Какой разбушевался, слушай, да реально, блин, как нам интересно подойти-то. Хорошо, идем в атаку уже. Просто в атаку и рубим его пополам. Обалдеть. Чувак, походу, срон, даст его. Это было круто. Это было реально круто, у нас получается два туалета есть. Женский, мужской. Ну-ка, пойдем, наверное, все-таки мужской. Женский мы не пойдем, все-таки будем оставаться как-то человеком. Так, подняли бронь. Это реально сортира. Даже смывается. Это прикольно. Хорошо, что у нас здесь по припасике у нас максимальное количество. Ну что у нас есть? Двое ребятишек. Сейчас зайдем проверим. Как не поживает здесь? Так, Сим, откройся, все окейшки. Сколько у вас здесь? Можно даже киногрядочка? Держи-ка. Это было здорово. Это было чертовски здорово. Сразу всех убили. Так, больше никого не жду. У нас здесь припасики, подберем. Хорошо, можно активировать. Дверь открылась, вижу, с левой стороны, так что пойдем дальше. Так что у нас получается две отметки. Ребята, креночку держи. О, прям между ног. Остался без рук. Это было довольно эпично. Прям по печени и в мордашку. Так, мне кажется, один прошел. Хотя, возможно, и не прошел. Хорошо, ребят, с вами разберемся, наверное, с помощью вот такого дробовичка. Ну что, сразу двоих. Троих даже. Это было круто. О, просто реально в мясо все это. Это реально крутой дробовик. Ну что, ребята, походим уже. Набирать энергию. Прям в морду. Вот такие мака. Ох, и щитом даже. Это было круто. Так, хорошо, нужно как-то его выкурить оттуда уже. Без его щитом. Вот таким, просто спином. Это было не по-спортивному. Ну что у нас то есть, ребята? А дробовик у нас реально крутой. Мне он чертовски нравится. Это как подбегает. Сейчас с тобой разберемся. Ох, остался без руки. Но еще, походу, нет, уже мертвый. А он уже мертв просто. Набирает энергию и слишком поздно. Так, хорошо, что у нас есть. Голограмма, можно активировать. Кандидатов, и наша вера ничто без верующих. Мы не можем без них выполнить нашу работу. И над чем вы работаете, Оливия? Я несколько месяцев не видел ни одного отчета от вашей команды. Могу ли я быть уверенным, что вы сохраните трезвый рассудок и контроль над ситуацией? Конечно. Я верю в нашу работу. Но, чтобы добиться успеха, нам придется пойти на еще большие жертвы. Это не прогресс, а безумие. Совет директоров понимает исключительный характер вашей работы. И мы понимаем, что эти жертвы необходимы для будущего цивилизации. Но ваши суждения больше не кажутся разумными. Ребята поговорили и пойдем дальше. Это все запутано. Хорошо, есть зомби, значит просто их берем и уничтожаем. Ну что, ребята, сразу двоих. Это было красиво. Ух, даже берет далеко. Дробовик у нас обычно далеко не берет. Но этот дробовик у нас реально мега крутой. Хорошо, видимо, у нас тут очень много демонов. Как тут слишком все красное. Куски мяса и крови. И кто-то где-то у нас рычит. Ох, у нас походу есть гнездо снизу. Сейчас посмотрим, что у нас снизу. Да, у нас там гнездо, можно закинуть греночку и уж спускаться сюда. Ну что, штурмуем уже. Просто берем и штурмуем. Так, ребята, извините, сегодня не ваш день. Ох, готов, маленько позли мы. Вот так просто сразу в мясо. Он готов, и тоже готов. Ох, это, конечно, будет проблемка. У нас, в принципе, есть бензопила, и попробую ее. Давай-ка разрубим. Мне не хватает. Мне реально не хватает, а вот на тебя хватит. На тебя хватит бензинчика, он готов. Так, ну что, у нас, в принципе, есть ракета, можно с помощью ракетки. Ракеты пошли уже. Как он отпрыгнул-то? Ну, не получилось, давай-ка еще разок. Наводочка красиво пошла, еще разок. Так, можно было добить его. Так, походу и все. Так, секундочку, кажется, я кого-то еще вижу. Ох, нет, еще кого-то реально вижу. Можете, конечно, другую пушку. Что у нас есть покруче? А у нас есть такая пушка. Сейчас повеселимся, ребята. Вот сверху пошли.
И как мне кажется, как-то слишком много ста. Они спускаются где-то сверху. Сейчас поднимемся на реке наверх. Сейчас, ребят. Нет, походу слишком высоко. Хорошо, сколько вот здесь? Держи гренку, он набирает энергию. Не в нашу пользу. Я прям мордашком. Он готов. Так, как-то вы слишком быстро подошли ко мне. Так, где наш дробовичок? Мне нужно реально. Это что такое? Походу бонус. Берем его. Ох ты да, то, что нужно. Так, ну что, разберемся со всеми? Со всеми разом разберемся. Хо-хо-хо, это было круто. Так, иди сюда. Иди сюда, вот, короче, сейчас. Это просто щитом был у нас. Даже пробивает щит. Хочу иметь. Просто реально вспомните из турку. Блес. Это было красиво. Как он с ноги его? Так, сразу трое. Сразу троих можно? Вот туда. Блин, здесь все еще просто очуменно смотрится. Ребята, даже не вижу, кого я бью. Так, у нас еще 50. По времени у нас есть еще возможность. По мордашке дать. Мне кажется, ох ты да, у нас появилась ведьма, иди сюда. Сейчас с тобой разберемся. Просто реально ее в стенку размазали. Это было круто. Сколько их там? Походу у нас кончилась бонус и началась заварушка. Сейчас начнется полная заварушка. Так, пошла гренка сразу же. Еще одна греночка, прям туда. Пойдем, наверное, сюда, мы здесь еще не были. Наверное, можно подняться выше. Собрать припасики, бронь. Ух, я походу позади меня. Как лучше. Так, так, пошла гренка снова. Походу у меня преследует как-то. Ребята, спокойно. Можно поближе. Он же готов. Ты тоже готов? Поставили всего лишь парочку простых ребят и, походу, все. Так, кто остался еще? Да, походу, за мной шли. Прям за мной шли. Бежал ко мне, а вижу щитом. Это будет интересная схватка. Кто у меня прессует там? Демоническое присутствие ликвидировано. Спасибо, родная. Теперь будем знать. Хорошо, у нас по отметке именно вот сюда. И можно активировать. Это было жарко, но бонус нам помог. Пусть обновление системы вас не тревожит. Это прототип нашего межпространственного силка. С его помощью я сумею вытащить вас из преисподней. Простите за встряску. Сами вы вряд ли стали бы устанавливать себе такое. Я доктор Сэмюэл Хайден. В моем кабинете есть припасы. Сюда, пожалуйста. Припасы — это хорошо. Это реально робот, а говорит как человек. И даже думает как человек. Хорошо, что у нас тут есть. Припасики нужны. Нам нужны припасики. Так, у нас пропало оружие. Мы просто идем и наблюдаем. А тут довольно так приятно. Добро пожаловать, доктор. Главное, без демонов. Так, ну что, посмотрим, что тут есть. Берите любые нужные. Это, видимо, припасы. Костюмы какие-то. Так, хорошо, берем припасики. Окейшки, все максимально. Ну, чем ты поведаешь меня, мой друг? Разрушение аргент башни. Какой-то высокий. Но я все же намерен помочь вам закрыть портал. Ты реально высокий? Наша работа и знания об их мире берут начало в надписях на каменном артефакте, который мы добыли в аду на заре существования программы. Мы называем его спиральным камнем. Это наша самая оберегаемая ценность. Оливия была им одержима. С его помощью мы узнали, как манипулировать энергией ада. Обращать ее себе во благо, пользоваться их ресурсами. А еще он привел нас к вам. Спиральный камень показал нам, как обуздать силу колодца. Я думаю, он покажет вам и как его закрыть. Спиральный камень уже не первый год хранится в лаборатории Лазарь в кабинете Оливии. Попасть туда можно только на секретном лифте из особого исследовательского комплекса по ту сторону разлома. Кажется, вы любите оружие. Я уверен, там вы непременно найдете что-нибудь интересное. Так, вижу, припасики есть. Лифт в конце зала. В конце зала. Ну что, пойдем уже. Спасибо за информацию, там было довольно. Так, все, дверь закрылась и больше не попадем. Хорошо, идем уже в лифт и найдем этот священный камень. Тут должна, по идее, играть музыка. Мы же в лифте. Как даже очень тихо. Затишье перед бурей. Ну да, я прям чувствую.
Так, ну что, у нас парочку зомби, у нас есть бочки. Хо-хо, есть бочки, началась снова потеха. Как-то не очень-то промахнулись. Так, окейшки, готово. Ну что у нас, проход людей с этой, с другой стороны. О, с этим нужно поаккуратней. Он просто рванул сам. Суицидник, ну что же. Так, может просто закинуть гренку? Беру, чувак. Оп, готово. И его больше нету. Хорошо, у нас, походу, это лифт. Как раз то, что нам и нужно. А у нас две отметки, 70 метров. И 400 метров. Так, вижу, есть гнездо. Нужно, конечно, маленько разбушеваться. Так, соберем припасики и пойдем уже позлим. Так, мы уже выше даже. Ну, кишки, давай-ка прям наверх. Нужно аккуратненько прям наверх. И сейчас маленько позлим уже. Нашик монстра. Ух, потеха начинается. Там даже дроп появился. У нас есть бензопива. Да, есть бензопива. И сейчас мы порубим кого-нибудь, я чувствую. Круто было. Ребята, подходим по одному. Слишком быстро не нужно. Как разорвал ты их. Ну что, потеха начинается. И сейчас будет веселье. И все мимо. Просто в ноль. Ребята уже бегут ко мне. Так, пошла гренка. Слишком много перезаряжается. Как отлетел-то? Так, давай еще прям в него. Прям между ног. Прям за спины. Это было найс. Так, еще один подходит. Пускай подходит, там есть бочки. Как раз возле бочек мы его и рванем. Так, еще ближе. Еще ближе, родной. Он ушел в заднюю. Он ушел в другую сторону. Ну что ж такое-то? Хорошо, пошла гренка, позрим его. Давай уже взрывай. Так, ребята, снова появились. А вот тебе можно уже засунуть в глотку. Вот так, и через другое место. Вырвалось. Это было найс. Так, хорошо, что у нас еще? Там, кажется, еще парочка осталось. Ох, у нас есть бонус. Сейчас бонус возьмем. Ускорение. То, что нужно. Вот таким макаром можно. Просто реально ускоряется. Он готов, а сразу еще. Ох, ребята, посерьезнее появились. Прям вплотную. Да, он готов. Давай-ка прям в карю. Круто. Так, ускорение у нас есть еще. Можем маленько побегать еще. Побегать, повеселиться. Так, кто-то еще остался. Да, позади нас. Так, прям в морду. Прям в бородашку, и он готов. Так, припас у нас есть. Есть припасики, тут у нас дело закрыто. Ну что, это что такое? Какой-то нос новенький, что ли? Реально сколько-то? Что за новенького? Сейчас, погоди, возьмем ракетницу. Вот таким уже макаром. У нас, в принципе, есть покруче пушка. А где наша? Вот такая пушка. Ух, да! Вот это чуметь. Это крутая пушка. Всего 3 снаряда, и у нас осталось 2. Хорошо, идем дальше. У нас есть бензопила, есть, и можно кого-то разрубить. Как же мне нравится этот звук. Так, открываем шлюз. Так, я вижу, что у нас открылось. Хорошо, побежали, да, и посмотрим, что у нас там есть. Так, у нас жизни. Жизни у нас максимум, в принципе, у нас без проблем. Ну, давай-ка прям туда, припрыжку. Так, интересно, можно подняться? Ох, ребята, я уходил жутко. Мы уходим отсюда. Давай-ка закрываемся. Закрывайся. Ох, прям в лифте. Нормально. Так, у нас еще две отметки остались. 50 метров и 300 метров. Хорошо, сейчас доберемся. Так, это у нас, походу, какой-то камень, что ли? Да, очень похоже на какой-то камень, но никаких взаимодействий я не вижу. Как даже очень странно. Хорошо, наверное, все-таки мы не приехали не сюда. Нужно вернуться обратно. Ну-ка, давай-ка обратно вернемся. Так, мы вернулись обратно, и мне кажется, нужно подняться вон туда. Как раз где ребята появились, как раз сюда. Иди сюда, хорошо, мы. Сейчас пролетим и зацепимся. Пешка готова. Давай, прям ко мне ближе. О, прямо возле меня было. Это было довольно жарко. Так, нужно в эту сторону. Так, есть припасики. Это, конечно, хорошо. Нам нужно попасть именно вон туда, вниз самый. Так, открылся шлюз. Он открывается и закрывается. Так, а можно чуть ближе к ним подойти, интересно? Чуть ближе, наверное, мы все-таки не сможем. Можно спуститься здесь еще. Так, спустимся и можем, наверное, перепрыгнуть вон туда еще. Открылся, можно прыгать прямо в него. О, давай-ка, прыгаем прямо в него. Ух ты, да. Мы уже в шлюзе, друзья. Фу, идем дальше. Так, ну что у нас получается? Первый уровень, второй уровень. Ну, пойдем, у нас первый только открытый. Второй еще закрытый. А это что такое? Куда попали мы? Так, видимо, нужно подняться выше. А, вижу. О, кишки, давай-ка припрыжку прям. Прямо припрыжку и наверх.
Так, еще выше. Так, можно забраться здесь. Можно забраться именно здесь. Только аккуратненько как-нибудь. Нет, не получилось. Давай-ка еще разок. Как же не люблю такие моменты, когда нужно прыгать и очень быть аккуратно. Так, поднялись. Нужно именно вот сюда прыгнуть. И именно сюда и цепляется. Окейшка, то. Так, выше. Это была вентиляция, и мы уже вышли куда-то. Так, что у нас? Нет, нам, походу, не сюда. Нам, походу, не сюда, а дальше идти. Так, по отметке нужно 30 метров и 300. Ох, как раз сюда. Тут довольно жарко было, потому что слишком много бочек. И маленькое пространство. Так, ну что, у нас тут есть припасики. Можно собрать, в принципе. Так, ну что, у нас есть два пароходика. И сюда. Но это никуда не ведет. Пойдем сюда уже. Нам все-таки придет сюда. Наверное, все-таки подлетим. Ох ты, да, пролетели. Но мне кажется, надо прям туда. Это было здорово. Как же не люблю эти вентиляции. Нам, походу, сюда. Если тут горит поярче, значит, именно вот сюда. И куда-то мы все-таки вышли. Так, что у нас есть? Пушка. Такая пушка у нас есть уже. Мы уже ей постреляли. Так, у нас открывается и тут шлюз. Вроде по радару нам именно вот сюда. Вижу парочку. Ох, тут, походу, их много. Эй, ребята, сейчас повеселимся. У нас есть дробовичок. Там, походу, уже просто уничтожили. Так, он не щиты. Он не к щитке, держим. Гренком. Какой-то большой бабак был. Ну что, ребята, пройдемся по кругу и разберемся с вами уже. Тут реально какая-то лаборатория. А чем? Тут довольно интересно. Так, хорошо, нужно разобраться еще с одним и уже посмотрим на эту лабораторию. Так, пройдем, наверное, по кругу. Ух ты, да, там здорово у нас. Что у нас есть? У нас, в принципе, есть бензопила. И сейчас будем идти в атаку. Ну что, кавабанга? Сейчас разрубим тебя. Не, походу, его слишком много. Ух ты, да. Слушай, у нас, в принципе, есть крутая пушка. И я сейчас покажу мощь этой пушки. Это было круто. Всего лишь один снаряд остался. Блокировка снята, и у нас, в принципе, открылся доступ. Откройся, родная моя. Ну что, мы уже тут, и тут довольно много зомби. Ребята, сейчас с вами разберемся. Нам нужно, по идее, найти лабораторию, где находится этот камень. И что-то с ним сделать, я так не понял. Короче, ребята, сейчас с вами быстренько руки и ноги поотрываем и пойдем дальше. Так, припасики соберем. Тут нас что-то показывает, непонятно. Так, это готово. Ну что, идем дальше. Зашли в одну лабораторию. Как даже сверкает, что ли? Хорошо, пойдем сюда. Идем дальше. Нам, походу, нужно куда-то в центр. Там что-то уже интересно. Хорошо, пойдем по кругу уже. Соберем припасы, соберем бронь, жизни. И, ну-ка, дойдем сюда. Нам, походу, именно сюда. Сканирование сетчатки не пройдено. Отказано в доступе. Отказано в доступе. Вот в чем проблемка. Нам нужно найти другого человека. Так, припасики у нас есть. Сейчас найдем нужного человека и его же мордашку поставим сюда. Ну что, открывайся. Возможно, где-то из этих лабораторий кто-то у нас есть. Нужный человечек. Так, в принципе, взять дробовичок можно? Ребята, давайте подходим. Сколько осталось? Всего же двое. Вот так, об коленку. То, что нужно. Так, вы, ребята, готовы. И тут больше у нас ничего нету. Хорошо, выходим дальше. Секундочку, у нас какой-то есть пульт управления. Тест. Ну-ка, сделаем тест. И сейчас, походу, будет новый мутант. Как не очень хотелось бы. Интересный тест. И что происходит-то? Походу, все. Хорошо, идем дальше. Это просто это у нас мини-игра. И пойдем дальше по кругу. Нам нужно нужный человечек. Так, мы еще тут не были. Мы тут еще не были. И тут довольно что-то интересно. Так, у нас по радару нужно идти в другую сторону. О, чувака взяли, и как раз он нам и нужен. То, что нужно. Интересно, куда он поместил? Он, наверное, на спину положил. Хорошо, у нас тут ничего нету. Припасов, никаких кнопок у нас тут нету. Выходим уже. И идем уже открывать центральную дверь. Так, тут мы были. Тут мы не были. А отсюда мы перешли. У меня, в принципе, у нас какой-то пульт управления. Так, он готов, и больше тут никого нет. Какой-то пульт управления, даже не знаю, что это такое. Хорошо, тут ничего интересного нету, выходим дальше. И нужно уже найти эту дверь центральную. Мы прошли по кругу уже. Да, вот именно сюда. И сейчас откроется центральная дверь. Вот так, прям в морду. Здравствуйте, доктор.
Он готов или нам больше не нужен? Что происходит? Идет сканирование. Идет сканирование. Нас пока тут не ждали. Выдворение через... Ух, там походу лазерная сетка. Ну-ка быстренько наверх. Ну, поутей, там реально походу же на лазерную сетку. Да, убирается, и мы просто упали бы вниз. Очуметь. Нам просто повезло. Так, ну что у нас дальше? Лазерная защита. Нам нужно, походу, уходить. Хо-хо-хо. Реально нужно уходить быстренько. Опускается сеточка и готово. Нас просто бы разрубило. На кусочки. Как же красиво. Лазерное шоу. Хорошо, нужно, что там дальше? Так, она опустится. И, видимо, можно... И она, видимо, отключится. А возможно и нет. Нужно найти где-то пульт управления какой-то и отключить ее. Так, она снова опускается. Интересно, а можно встать прямо на эту рамочку? Сейчас посмотрим, друзья. Ох, можно встать на рамку. Но, видимо, нам что-то это не очень-то и дало. Можно же пройтись по ней и, наверное, подняться наверх. А вверх нам некуда идти. Просто реально какая-то засада. Так, секундочку, вижу, какое-то есть окошко. Окошко, интересно, пробивается. Так, чуть выше. Нет, видимо, окошко у нас не пробивается, и попасть туда невозможно. Но все-таки нам нужно как-то попасть именно вовнутрь. Так, можно пройти. Так, дверь закрылась, и все. Тут реально некуда деться. Мы прям какой-то Джеймс Бонд уже. Миссия невыполнима. Что происходит? Так, мы снова поднимаемся наверх. Наверху у нас ничего нету. Интересно, а это у нас уничтожено? Ох ты, да, все понятно, друзья. Все, мы разобрались. И сейчас мы это просто дело уничтожим. Интересно, она просто упадет вниз? Или куда? Нужно отсюда, наверное, все-таки уйти будет. Так, непонятно, готово, не готово. Она мигает вроде. Может быть, наверное, все-таки ракетами? О, готово. Еще одна готова. Ну что, уже последняя. О-ху-ху. И мы реально просто падали вниз. Но все-таки успели отцепиться. И вот наш камень, друзья. Это было здорово. Просто зрелище. Хорошо, прыгаем прямо в центр уже. Заберем наш камень. Это у нас пушка. Это у нас пушка, а не камень. А было похоже на какой... А вот такая пушка у нас уже есть. Мы реально по ней уже постреляли. Ох, ху-ху. Мы спустились в самый низ. Так, ну что у нас есть? Пушка, у нас есть один снаряд, и можно, конечно, кого-нибудь стрельнуть. Так, у нас, походу, выход. Ну что, пойдем уже на выход. Это была интересная комната. Ох ты жесть! Бочки есть! Хо-хо. Есть бочки золотые! Это было здорово. И больше никого нет. Так, что у нас за курица такое? Так, ребята, походу, убежали именно вот сюда. Нам тоже сюда нужно будет идти. Но мы сквозь стену уже не пройдем. Хорошо, что у нас есть. Да, у нас есть пульт управления, и сейчас надо включим. Сим-сим, откройся, и мы идем дальше. Так, у нас все-таки две метки, и 150 метров самая дальняя. А там, походу, у нас суицидники. Так, у нас есть бочки. Ребята, подбегайте поближе, сейчас будет большой бабах. Может, кинуть прям веночку прям за ним. Прям за ним веночку. Хо-хо, как рвануло-то. И всех разом сразу же. Ох, у нас есть пушка. А у нас есть крутая пушка. Так, один, второй. Нужно сразу двоих уничтожить. Ребята, встаньте параллельно. Просто рядом встаньте. Не очень встали рядом. Давай-ка пушкой. Пушки просто. Он реально просто насквозь пушка пробивает. Так, у нас парочку зомби появились. Да, парочку ребят, которых я не очень-то и люблю. В принципе, можно ракетами уже. Нет, не очень-то удобно ракетами их уничтожать. Проще всего дробовичком. Вот таким. Отлетает просто на ура. А это что такое? У нас реально какой-то портал. Хорошо, разберемся, что у нас тут есть. Ох, у нас есть гнездо. Сейчас разберемся гнездо, возьмем бонус и разберемся со всеми ребятами. Ну что, давай-ка позлим. Позлим наших мутантов, наших зомби. Ох, враг выстрел. Он уже неубиваемый. Четырехкратный урончик, то, что нужно. Берем дробовичок и сейчас начнется потеха. Ребята, подходите, пока я злой. Так, он готов. Он всего лишь один был, что ли? Где следующие? Их, по идее, было много. Так, скучно, у нас что-то есть внизу. Нет, ребята еще появились. Сейчас четырехкратный урон нам устроит. Потеху. Так, он готов уже? Да, он готов, слишком долго падает. Ребята, держи ракетку. Ух ты, да, как подлетел кверху. Обалдеть. Так, уже прошел четырехкратный урончик, а ребята у нас снизу. Хорошо, спускаемся наверх вниз и разберемся уже внизу. Патрончики нам будут нужны. Ну что же, они уже поднялись ко мне. Просто мясо. Так, еще разок. Он готов. Ребята, поднимайтесь ко мне, здесь будет поинтереснее. Много места. Давай-ка гренками закидаем.
Вот просто в мясо. Он готов, подвигай поближе. Еще разок. Да, он готов. Ну что, этого можно уничтожить. Как же не рубить этим щитом? Это как-то непочестно. Играет музычка, значит, будет потеха. Ну что, пошла ракетка уже? Просто между ног. Еще одно. Он готов, ребята. Так, пока есть секундочку, сейчас наводимся. Наводочка и просто смят. Он еще живой остался. Нет, будет мертвый. То, что нужно. Хорошо, я наш дробовичок. Там, походу, появилась еще ведьма. И с бочкой можно рвануть. А вот и наша ведьма. У нас не кончилась бронь уже. Так, видимо, это прям позади меня. Так, давай греночком. Пока он мертвый, гренка его добьем его. Ведьма, ведьма. Ну-ка, не кричи, сейчас тебе... Как они... Сколько их тут-то? Обалдеть. Ребята, нужна пушка. Нам нужна суперпушка какая-нибудь. Счет повеселимся. Ну-ка, давай-ка. Вот такие макаром всех разом. У тебя. Так осталось хочешь один. Да, одна ведьма и парочку еще ребят простеньких. Нет, ведьма. Так, она практически готова. Сейчас мы ее бьем уже вручную. Ведьма, ведьма. Какие крики-то. Набирает энергию слишком поздно, чувак. Ты уже мертвый. Так, кто еще остался? Всего лишь один. Вот таким. Он просто ушел. О, походу, еще ведьма появилась. Прям передо мной. Кто-то мне кажется. Жесть, их там как-то слишком много. Так, ко мне поднимается. Ох, походу, тут реально собрались все подряд мутанты. Ну что, давай-ка снарядом полным. Реально, эта пушка просто супер. Ох, ребята тоже крупные. Ребята довольно крупненькие. Хорошо, можно взять дробовичок, а можно взять и ракетка. Ну-ка, пошла ракета уже. Тут промахнуться просто нереально. Такие здоровые. Так, нам еще подходит. Давай-ка в земельку. Прямо в земельку, и он отлетит в разные стороны. Так, это наводка. Наводка сразу три снаряда летит. Какой живучий-то. Так, у нас уже нет брони. Нет брони, у нас жизни довольно мало осталось, и какой-то он живучий. О, готов, можно его добить его. Интересно, как он добьет его? Ух, да. И, походу, все. Где-то еще музыка играет, нам нужно спуститься ниже. Так, вижу, у нас есть индикатор. Ну-ка, сейчас включим. Нет, еще заблокирован. Это у нас какой-то лифт. Так, у нас есть такие два портала. Ну-ка, переместимся по этим порталам. Ух ты, да. Да, это просто перемещается в одну сторону и в другую сторону. Ну, в принципе, круто. Хорошо, спустимся ниже. У нас тут есть три пасеки. Ох, у нас еще до здорового монстр. А что у нас тут есть? Есть бензопила. Ух, да, у нас, друзья, есть бензопила. И сейчас мы повеселимся. Подходим поближе, у нас мало жизни. Ух ты, сейчас разрубим тебя. О, готово. Так, кто еще остался? Лифты еще у нас закрыты. Кто-то еще остался, музыка играет. Сейчас нужно подняться выше. А что у нас тут интересно есть? Ох, есть припасики. То, что нужно. И можно кого-то еще раз рубить. Так, хорошо, наверное, поднимемся. А у меня все готово. Да, музыка перестала играть. И все готово. Так, вижу, есть бронь. Сейчас подберем. Тут довольно много брони. И был какой-то даже бонус. Так, бочки довольно интересно. Хорошо, можно, наверное, уже включить лифт. Ох, сколько тут припасиков. Сейчас соберем быстренько. И продолжим свой путь. Как раз то, что нужно для бензопила. Хорошо, можно активировать уже лифт. Так, он поднялся, открывается. И что уже? Нет, походу, не все. Ох, как нас заблокировали. Я, походу, еще один, второй. Можно даже переместиться. Вот таким макаром переместимся. И появится сверху. Хорошо, нужна реально крутая пушка нам. Назад, назад. О, появились с другой стороны. Это круто, друзья. Это перемещение то, что нужно. Назад. Назад мы прям... Нормально перемещается, как не очень-то и найс. Ребят, довольно серьезно. А что у нас есть реально? У нас есть бензопила. То, что нужно. Сейчас я разрубим. Ух ты, да. Руки, ноги, голова. О, уже ничего не осталось. Можно и ждать добития. Давай дробовичок у нас, в принципе, довольно... А мы скончились патрончики? Нет, у нас есть патрончики. Как-то очень даже мало места. Для таких монстров у нас слишком мало места. А куда он делся? Вот он. Кинь веночку, пускай подходит к нам. Ох, готов, друзья. Сейчас его разрубим. Рожки до ножки, он готов. Ну что, родная, я всех уничтожил. Давай-ка открывай лифт. Так, ну что, поехали дальше.